Друзья, всем привет! Сейчас вам расскажу тут маленькую историю, что со мной произошло. Короче, сидел я сегодня на кровати, налил себе пепси-колу, ну и пил. И вдруг вот внезапно, вообще ни с того ни с сего, вылетает дно из стакана, из моего любимого стакана. Вот такой вот стакан. Видите, дно отлетело. И вообще, как оно могло отлететь? Ничего горячего я до этого в него не наливал. Просто взял стакан из шкафа, налил туда пепси-колы и сидел это в интернете, смотрел там видео и пил пепси. И вот так держал, короче, стакан просто вот так. И бах, и внезапно вылетело дно. Вот, посмотрите. Вообще, блин. Если у вас такое было, вы напишите в комментариях. Что это за фигня такая? Как может вообще дно вылететь просто так? Вот просто держишь вот так стакан, пьешь, и внезапно вылетает дно из стакана. Или стакан, может, какой-то был бракованный, и там микротрещина образовалась. Или почему так произошло? Короче, какая-то мистика, друзья. И сейчас давайте я вам покажу кровать, на которой я сидел и которую я залил всю пепси-колой. Сейчас, друзья. Вот, посмотрите, видите, что произошло? Кровать полностью пепси-колой залита. Я говорю, вот так я сидел на кровати, тут ноутбук был. Я налил себе пепси и сидел... Смотрел видео и пил пепси. И внезапно дно вылетело из стакана. И залило вообще все. Хорошо, что еще на ноутбук не попало. Так что, друзья. Я говорю, у меня первый раз такое. Там, да, бывают случаи, да, когда, допустим, что-то горячее наливаешь в стакан, а потом резко холодное. Тогда да, он может лопнуть там или дно вылететь. А это вообще, я говорю, я ничего горячего в него до этого не наливал. Просто взял стакан, налил туда пепси и сидел пил. И внезапно бах, и вылетело дно. Даже вот он так покрупнее покажу тут. Как оно обломилось. Вообще какая-то мистика. Вот, смотрите. И главное, мой любимый стакан. И вот такая фигня произошла. Вот, друзья. Это такое коротенькое видео. Решил с вами поделиться своими впечатлениями. Я говорю, если у вас происходило такое тоже, вы напишите в комментариях. Ну ладно, друзья, всем пока, увидимся.